Я так ждала этой минуты, и вот, наконец-то, время гимнастики на ПТВ. Друзья, мы получаем много отзывов, много благодарности в адрес нашей преподавательницы по йоге Марии Шакировой. И поверьте, ей очень приятно слышать от вас добрые и теплые слова. Прямо сейчас давайте как следует разомнемся, чтобы весь день гибко преодолевать жизненные препятствия. Доброе утро, меня зовут Мария Шакирова, и сегодня мы с вами позанимаемся йогой, зарядимся энергией на весь день. Встаем в начало коврика, ставим стопы вместе, пальцы на ногах расправляем, обковываем кость мягко на себя, вдох, поднимаем руки, соединяем ладони, вытягиваемся за руками вверх, легкий прогиб, выдох. Наклон, живот на бедра. Если живот бедер не касается, согните ноги в коленях. Вдох, смотрим прямо перед собой. Отшагиваем назад. Отпускаемся на левое колено. Таз вперед и вниз. Правое колено над пяткой. Макушка вверх. Выдох. Правая нога шагает назад, собака мордой вниз, тянемся вверх за седалищными костями. Вдох, опускаемся в планку, лопатки вверх, выдох, на колени, аштанга намаскар. Грудная клетка, подбородок и ладони касаются коврика. Вдох, кобра, лобковая кость мягко на себя, руки до конца можно. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, левая нога, широкий шаг вперед. Левое колено над пяткой. Опускаемся на правое колено, таз вперед и вниз. Макушка вверх. И выдох, шагаем правой ногой вперед, наклон живот на бедра. Вдох, плавно поднимаемся за руками. Соединяем ладонь, лобковая кость мягко на себя, легкий прогиб, выдох, ладони к центру груди. Повторим еще раз, вдох, уходим, легкий прогиб, выдох, наклон, живот на бедра. Вдох, смотрим прямо перед собой, левая нога, широкий шаг назад, правое колено над пяткой, макушка вверх, таз вперед и вниз. Выдох. Прижимаем руки, уходим в собаку, мордой вниз. Здесь тоже можете подсгибать ноги в колени. Голова, шея расслаблена. Вдох. Планка, лопатки вверх, лобковая кость на себя. Выдох. Колени, грудь, подбородок, копчик вверх. Вдох. Лобковая кость мягко на себя, кобра. Выдох. Собака, мордой вниз. Левая нога, широкий шаг вперед. Левое колено над пяткой, таз вперед и вниз, макушка вверх. И правая нога подшагивает к левой. И на вдохе плавно поднимаемся вверх за лопатками. На этом наша разминка подошла к концу. Всем хорошего дня!